Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на моем спортивно-игровом канале Rus FIFA PES. И как уже догадались по названию, сегодня у нас будет прогноз матча Бельгия-Россия. Значит, первый, можно так сказать, тур чемпионата Европы 2020, который был перенесен на 2021 год из-за коронавируса. Вот, значит, состав вы сейчас видели, естественно, это сезон 13-14, FIFA 14 Mobile, вот, но какие-то игроки там есть. Вообще, в принципе, команды идентичны, вот, в принципе, поэтому смотрим, лайки, подписки, значит, колокольчики, комментарии, го! В принципе, вот такой фановый прогноз, то есть он не претендует на точность. Значит, Бельгия забивает первое, и потом Бинатра забивает на, ну, в общем, в ответочку. Вот, в принципе, на этом и завершаем наш видеоролик. Понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, нажимаем на колокольчики, будут еще прогнозы. Еще у меня карьера за Спартак есть, поэтому подписки и лайки, а я пошел еще что-нибудь для вас снимать.